На турнирах, я имею в виду. Так, конечно, турнир победы, безусловно, есть в отдельных матчах, но вот титулов еще не заработала Аюми Морита. Сирен даже на ошибки не реагирует. Потому что здесь у нее одни сплошные бэкхенды. Попадает Сирена. 15-0. Чистые выигрыши, те, которые будут, и не вынуждены ошибки, все будут с бэкхенда. 40-0, хорошая подача, ну, такая. Хо-хо. Ну, бадминтон это чисто азиатский вид спорта. На подаче Сирены Уильямс. Можно было и не произносить ненадолго, тут же больше. Но вот первый раз реакцию показал. Ну, загоняла Сиренову японка. Здорово, Ро. Аут. Девятая невынужденная ошибка Сирены Уильямс. Сирены Уильямс, Аюки Морита. Аюми Морита. Выигрывает все-таки Сирена. Это абсолютно в порядке вещей. Вот так вот играть такой очень быстрый теннис. И самое главное, это то, вот на что мы обратили внимание в самом конце предыдущего. Здорово. С бэкхенда очень хорошо, очень мощно проводит. Молодец. Три. Ну так как... Пять один. Пятнадцать ноль. Тридцать Да, очень. Сейчас хорошо очень сыграла Аюми, увидела, что Сирена дернулась вправо.
Ну вот стоило Сирене немножечко сбавить обороты на своей... 15-30. И двойная ошибка. Вот так вот Сирена дарит. Попадает. Браво. Попадает. Ох, какой прием на вылет. Пусть и со второй подачи. Ну, две хорошие подачи. Вот Сирены и Юми Мариты. Нет, это одной рукой. Ну да, когда у Сирены идет первая подача, то тут без шансов, 10% гарантии того, что розыгрыш останется за ней. Ну и еще один эйс. Попадает. Прием на вылет проходит у Сирены. А вот... Ах, промахивается Юми. Испугался. 30-0. Какая тут интрига. Ну да, под ноль. В очередной раз уже под ноль берет гейм на своей подаче Сирена. Ну и еще один. Очередной уже прием на вылет, уже бесчисленное количество. И снова прием на вылет. 27-й чисто выигранный мяч Сирены Уильямс позволяет ей выиграть этот матч со счетом 6-1, 6-3 всего за 1 час и 6 минут. Теперь можно себе позволить улыбнуться, помахать поклонникам. В общем, выполнить стандартную процедуру. Да, 4 гейма.